какие вы красивые! Прекрасно! Давайте, можно хлопать вот сейчас! З таким позитивним настроєм відомий скрипач, співак і композитор Олександр Рибак розпочав концерт разом з Гомельським городським симфонічним оркестром. Гэта перший візит артиста у Гомель. Після довгих переговорів ідея такого сумісного музичного проєкту увасобилася на сцені. Ідея пригласити Олександра в Гомель у мене родилась ще півгода назад. Ми довго готувалися до цього проєкту і, наконец-то, сьогодні цей день. Наконец-то норвежський певець, скрипач, талантливий композитор у нас в гостях в Гомель. Гомеле, и это поистине сказка, это настоящее удовольствие. Я уверена, что сегодня люди уйдут эмоционально заряженными и с отличным настроением. У Гомель артист приехал на несколько дней ранее. Было шмат репетиций и великий мастер-класс для маленьких гомельских музыкантов. Ученица 67-й гомельской школы Виталина Усянникова не первый год играет на скрипце. Але это первый ее концерт на великой сцене с зоркой такой величины. Мне Рыбак очень нравится, он такой эффективный. Просто не то слов. Разом з триумфатором Євробачення юні скрипачі виконали знакомиту казку, яка у 2009 році сподобалася усій Європі. У городского оркестра это первый такой великий международный проект, и он будет иметь протяг. Я считаю, что Гомельский оркестр получил массу новых впечатлений, удовольствий, и прежде всего это опыт работы с музыкантом, который уже признанный во всем мире, перенять что-то. Вот. Я считаю, что это очень позитивный опыт. Концерт з уделом Олександра Рибака завершився протяглими оваціями і викликами на біс. Олександр Лупіненко, Павел Антонов, Валерій Хапанько, телерадіокомпанія «Гомель».